Хип-хопа хопну, выжимая соки самых свежих нектаров, все расклады у Бога. Моя дорога ведет туда, где счастье, доброта тлеет, ганджа, да. Шат верха, голос сердца внутри глаголит правду, в нем частица Бога и твоя любовь. Эго уничтожь, ведь оно губит нога. Голос хитрит, и где передвижение к свету? Рэп не у власти, всем желая счастья, не грязь в наркоте, не видит бед. Читать веды, в меру все конфеты, набирать духовный рост, идти между горных троп, не бей первым. Будь умнее системы, сердце подскажет, и все будет верно. Летать поверху, рассматривать места, из гетто в зелень творив чудеса. Голос нам сердце, я нахожу место с космосом вместе, кручу как повар теста. На правом замесе рисую картины. Мама, жизнь моя не приведет в рутину. Голос сердце, как лестница в небо, как колесница удачи, везет в самое пекло. По жизни бегло глазами, читая опыт, принесу миру знаний. А террористы бомбы, осень в кустах, клеит с хрустом огонь до костей, дым по пульсу. Вот начинается туса, тонус вкуса. Видны сердца, ритмы, чувствую алгоритмы. Я передам всплески своей души, врубай нашу, неси бетон на ноши. Я замиксую по мановому фиксации, тот самый повстанец в истории вкратце. Я-яу. Ну вот, ладно, давайте чуть попозже продолжим. Да, вот. Короче, сегодня будет проходить, короче, рэп-битва. И вот, у нас собрались участники, у нас они есть уже. Вот, участники попозже, короче, зарегистрируются у специального менеджера. Вот. И, короче, будет офигенный... Один из призов, короче, мы сейчас афишируем. Один из призов, короче, будет бесплатная запись на студии звукозаписи Yo Man Records. Вот, это студия, где принимают с теплом, с уютом. Вот, там можно будет читать охрененный репак. Ну и вообще информация для всех. Как бы, приходите, посещайте постоянно галерею Народную, каждую субботу и воскресенье здесь происходят очень интересные движухи, так что не страдайте всякой хуйней, занимайтесь искусством, ребята, и... А что вы можете сказать о сегодняшнем мероприятии? Неплохо. Довольно-таки неплохо. А у вас есть какие-то... ближайшие планы на будущее по рисункам. Расскажите, пожалуйста, вообще, что вы планируете сделать в будущем еще? По рисункам. Не знаю, по рисункам какие планы. Вот планы. Банкомат в каждом городе. Это? В каждом городе банкомат. Этим банкомартом пользоваться как? То есть ты ложишь сюда от 10 рублей до 5000 рублей купюру. Любую купюру ты ложишь там 1500 рублей, 5000 рублей, 10 рублей, 20 рублей, если такие есть. Вот. И он, то есть, тебе выдает картинку, которую ты не знаешь, какая тебе выпадет. Картинка искусства, то есть, поэтому ты покупаешь искусство, ты, то есть, не просто картинку покупаешь, а искусство ты покупаешь. Вот, смотрите, девушка демонстрирует. Все, вот оно, выпало. Вот такая картинка. Очень красивая, очень оригинальная. Как бы, что на ней нарисовано, я, конечно, не смогу сразу сказать. Но что-то на ней нарисовано очень интересное. И вот девушка, как вас звать? Катя. Екатерина. Простите меня, я как бы... Я запамятовал. Да, то, что я вас, и ваше имя не помню, Екатерина. Я вот то, что вас знаю, когда знаю вас, но... Екатерина купила только что искусство. Скажите, за сколько рублей вы его купили? За 100. То есть купюру 100 рублей засунули. И вот вам такое искусство. За 100 рублей. Можно за 10 рублей это искусство купить?
То есть можно за любую сумму это искусство купить. Просто ту купюру суешь, которую как бы человеку не жалко потратить на искусство. Никому не нужна война, в душе заложена твоя судьба. Если ты хочешь Бога, моли прощения, проси, замывай грехи. Бизнес пути, котлеты, копей, вердикт на свои. Ты выноси, старый мир не обман. Мир автоматский мануал. Это магия моя, зацепила она меня божеством. Думай, ты не дури, не если хотим. Обязательно взлетим и построим мир. Под небо снова в деле сушит ты раны. Я взяла фигуру Эйзенштейна, он сыграл такую-то роль в мировом искусстве, и каждый свой коллаж очень подробно описывает, и сам коллаж очень классный, это так привлекает, ты думаешь, я просто не верю, что остались такие ребята, которые... Так ли не глубоко, как ты думаешь? Да, независимо ни от чего, они просто, вот у них есть потребность делать коллаж, делать живопись, и они просто ее делают, и все. Без всякого там, да. Подоплеки там, без... и неважно там. Это их потребность, да? Да. Духовная потребность, понял тебя. Да. Вот. И я все ждала, я думаю, мы открыли народный, появятся такие ребята, которые, ну, делают какое-то искусство, о котором никто не знает, там, или музыку делают. И что они откликнутся, и мы вместе работаем, и никто вообще не пишет, никто, ну как бы, ну какая-то вот тут тусовка сформировалась, и понимаешь, зачем ты это делаешь, для кого, и тут пишет эта девушка с этими безумными коллажами, и думаешь, да, то есть, ну... Пошло дело, пошла домино. Ну не то, что пошло дело, мне не то, что... Конечно, будет точно так же, там, 5 человек на открытии, но... Этот человек есть. Здравствуй, солидарность, фашизм, ничто не защищает жены крепосы. Имени истории, эквиваленции, прикрытие постом, по шопам, коленцам. Зал, 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 зал. Что это за квадрат-квадрат? Зал, 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 зал. Что это за квадрат-квадрат? Это комики, забавные домики. Это комики, забавные домики. Здравствуй, солидарность. Каждый год еще вот такое описание.
Себе просто, понимаешь, что тут есть эти книги. Я написала уже... в гараж, я говорю, вот мы сделали такой ресурс, где ты можешь взять книжку по телефону. Они такие, вау, это нововведение. Типа, никто не использует. Дамы и господа, самый важный момент. Что делать, если нас? Какой-то важный момент. Наконец-то. Очки. Все должны признать, давай, все-таки, давай. Да, что открытие года. И лучший рэпер года, извини, братан, но все-таки это Пашка. Пашка, поздравляем тебя, спасибо. Спасибо за твой рэп. Спасибо большое, Пашка. Что ты пришел? Да я тоже успокоился. Я тебе замучу. Давай, блядь, красава. Все красавы. Нас поддержали. Нормально, вальчик. Нормально, пацаны, все. Все делают все грамотно.
Без проблем, напиши тогда 5 цветов, которые у тебя любимые, будем ими уже думать. Ну, смотри, окей. А прикольно там еще бы, ну, на потолок завести куда-то. Ну как, или ну, там все, на Ксюша стену пошла в эту, всю галерею. У тебя давно, да, сидит это. Нет, все закрасит. Я имею в виду, что можно пространством интересно, что. Да, так я тоже давно хочу ткани это сделать. На шелкоблоке там перейдет или на потолок. Ну да. Я так. Так, ну вот хочешь. Остаток, я думаю, что все 5 баллонов на вот эту стенку не уйдут, остаток но можно на пол куда-то пустить, или, ну я принесу акрила, в любом случае, акрил тоже можно на пол, или, допустим, ну, колеры. Да, он потом вытаптывается. Тогда, да, или колеры те же на пол. Затрется, как будто такая старый эффект. Состаривание. А здесь тогда получается вот эту часть, вот тут будут висеть, да, я так понимаю, экран, ну примерно, да? И вот эта часть будет. На вот подумали. Потому что экраны. Это вся будет, мы же сюда не будем вешать экраны. На. Или можно, смотри, или можно внедрять, вот допустим, ты здесь рисуешь какую-то работу, и здесь вот, ну, маленький экранчик, типа твои же работы тоже будут. Ну, в общем, все окей, тогда в принципе все разобрались. Это налегке делать, не сказать. Понимаешь? Ты это называю на отъебись. А я это называю налегке. Легкость. Мы пришли, сделали. Люди посмотрели, ушли. Это же все сменяется быстро. Мы не делаем выставку на 3 месяца, чтобы уходили толпы людей. Мы делаем выставку на сейчас, на быстро. Я знаю, что для тебя это звучит как на отъебись, но на самом деле это концепция этого художника. Делать быстро. На отъебись. А что, как бы, Nike делает не на отъебись, что ли? Современные художники не сейчас задрачивают. Все современные художники, хочешь сказать, делают на отъебись. Нет, не все. И мы должны делать выставку тоже на отъебись. Это, понимаешь, смотри, ты говоришь, что это на отъебись, но этот человек рисует всю свою жизнь. Он весь этот опыт копил, и сейчас может за 5 минут, я, да, сделать выставку. Я понять не могу, выставку. Что мы обсуждаем вообще. Типа, выставка будет, она не будет такой, даже отдаленно, как мы с тобой думали. Нет, мы с тобой не думали, я вообще была... В смысле? Мы думали о том, что либо так, либо никак. А сейчас оказывается, что вообще как угодно. Нет, никак угодно. Просто это... Ну я не могу с тобой, ты слишком упрямый. Я не упрямый, я про то, что ладно, останется для следующего художника. Ну ты меня расстроил, что ты не поддерживаешь. Я поддерживаю, я расстроил, что на отъебись все получится, как обычно. Ну так ты же говоришь, как обычно. Ну а вот эту выставку Насти мы что, делали не на отъебись? О, это вообще пиздец. Я согласна, что это пиздец, а не выставка была. Ну мы же учимся, мы же пробуем. Наша. Это же новое, мы же для этого же эксперимент. Резко произрастает в болотной воде. И несмотря на нее сегодня, она зеленой была. Маленьким зеленым кружочком овалом заполняла водную тишь. Мутную воду за бобровой плотиной и пахло не очень приятно. Тут вдруг прибегает ежик. Давайте знакомимся, Даша. Ежовик опять. Боже, ну это тебя, да, ты и я. Вы ленивая комета, я так правильно? Нет? Ты ленивая. А кто еще в ленивой комете? Ты можешь там? Убегает, залезает под корень, я же слегка ошарашен. А, то есть, ну вы придете все вместе, да? Да, да, да.
Просто я все пыталась, я сначала думала, что вы с Аркашей вместе в «Ленивой комедии», потому что он в клипе был. Я думала, что да может еще быть... бы, конечно, да. А, то есть Аркаша тоже периодически с вами играет? Нет. Нет? Нет. Но в следующие выходные, наверное, я думаю, тоже вы что-то думаю, вместе. Думаю, да, да, да. Резко, как будто упал под резку, Ну, а вы не были на нем? Не ходили? Были там, конечно. И что, и как вообще было? Мне просто интересно. Было как? Ну, душевно хотя бы чуть-чуть. Ну, здесь уже, конечно же, это, ну, как это говорить? Кому как? Да, это... Ты тоже музыкант? Кубива? Да. Это, короче, это самое, это... Ну, блин, ну, вот Кубива, это, да. Ну, что теперь сделать? Нет Кубивы. Что есть, все мы работаем. А что там? Вы. Что там? Мой пришел на улицу, подвигал калитку. Нет. Ну тут холодно, тут уже холодно как бы. Я думаю, что... Я просто надеюсь, что может зимой мы зайдем в какое-то другое помещение или что-то сделаем. Ну мы еще не планируем. Всего мы планируем квартирники делать. Типа, ну, это как бы единственный, мне кажется, вариант, который возможен. Потому что нам понравилось танцевать снова. Мы такие... Сначала было как-то тяжело, сейчас разошлись уже, хочется. И, ну, мы вообще планировали, что вот это должна была быть последняя туса, но на следующие выходные Аркаша, вы, еще экс-любовь будет выступать. Снова, получается, чмоков. Да, 8-го вы будете перформансы делать музыкальные. Вот, так что... А потом вдруг еще кто-то нам напишет. Нам писала пермская группа какая-то, я не помню. Они тоже хотели приехать к нам в октябре, но я... Я не знаю, просто в октябре здесь уже холодно, в октябре... Смотрю на зеркало, группа? Блин, я не помню, они устраивали сейчас в Перми фест, может быть, видел? Короче, какой-то там фестиваль, они несколько групп, по-моему, хотят к нам приехать. Вот так, да. Не знаю, как они вообще нас нашли, если честно, но... Ну, как в прошлый раз Аркаша устраивал, помните, около Кубивы? Да, да. Вот, да, Смородина приезжала, там еще какие-то группы. То есть, может быть, мы один раз как раз откроемся, но вот так же, как было тогда. То есть, чисто разовое мероприятие. Ну, посмотрим. Никто же идет в темноте за твоей спиной и тяжко дышит. Всего 5 минут до калитки, но идти все труднее. И что-то внутри заставляет бежать. Ноги не имеют холодный комок, и желудок толстый горячий ком в горле. Только животный страх, словно свистал вперед. И так гонит, только животный страх заставляет твое сердце биться. Только животный страх заставляет тупить. Чтобы ты смог передать всю душу тагильского андеграунда. Уже вроде все настоебенило. А я все детство провел на задворках зернового хранилища и сводил приборы с помощью нитки и заговора. Из-за того, что ел одно сырое зерно, получил мешок за воротник. Где я раз закинул за воротник и сразу вынесли всю жизнь. Ушел в заход до 27. Идите в жопу, любители искусства. А, ребята, в общем, немножко, минуточку внимания. Мы здесь как бы не просто потусоваться, между прочим, собрались, как некоторые думали. А, в общем, сегодня у нас открывается очень крутая выставка. На какой-то период, на сегодня, наша галерея «Народная» стала мест пристанищем и очень крутого тагильского художника «Пса». Дима Пес, я не знаю, как правильно. И, в общем, он попытался сделать из нашей маленькой галереи такое что-то подобие будки, обустроил, в общем, чтобы
И ему было уютно, и вам уютно. И мы надеемся, что вот этот, не знаю, какой-то подпольный, андеграундный, очень уютный, местечковый, местечковое настроение передалось вам. И, в общем, вот экспозиция, она составляет, собственно, сам гараж. Дима его расписывал. И очень много у него работ в диджитал формате, и они все у нас, более 300 работ, представлены у нас на замечательных планшетах. И, в общем, они меняются, ну можно подходить и просто погрузиться в мир искусства на невероятный. Более 300 работ, это супер огромное, на самом деле, наследие, скажем так, такого молодого Димы. Он очень продуктивный. Может быть, ты хочешь что-то сказать? Он не оставляет своих комментариев. Поэтому давайте наслаждаться искусством вместе, давайте тусовать. 8 часов будет, я надеюсь, что ребята не проебутся и придут. И 8 часов у нас будет потом музыка. А пока что мы наслаждаемся тагильским андеграундным искусством в диджитал формате. Зубов выбито, сколько всего выпито, дома у ноу-лимита. Город флоу мимика, голос бетон мирита. На лавке блини было фристайли с Дэнброу принято. Тогда я работал, как вон много. Ночи получал, как раньше за полгода. Ой, Маркул, людей играет в подкорке. Видел Экибой, он выступает в Гонконге. Грин Парк жив, да покажи мне. Скажи, кто раньше был отвешивым, наши виды. Блин, если я сейчас так танцую под просто музыку, что же будет, когда ребята будут выступать? Просто профессора наносится, что-то тут она Алло, это кто? Я не знаю. А это не с вагонки или вот.
Кати видео. Я знаю, что вот ты сокрушаешься, да, что из милости уезжает, и в принципе да, у меня тоже есть чувство стыда, стыда, что я тоже уехал, но... Сейчас уже начинаем. Я докуриваю, допиваю, и мы начинаем. Можно с лицом, пижама, все так супер. Можно делать все что угодно, без опять делать музыку. Нахуй это дерьмо. Закрыться в кибермире и просто лежать там. Все эти все это дерьмо. Так давайте начнем это делать. Пижаму будет? Да. Выходите с дома. Нахуй выходите с дома. Окей, 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 это бед не хочу бы, окей, 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 окей. Не выхожу из дома, не выхожу из дома, сделал так, тут не супа, отслышь, бери бабки прокому. Не выхожу из дома, не выхожу из дома, сделал так, тут не супа, отслышь, бери. Зачем мне реальность, если все это неправда? Дай мне фотоновый автомат. Клипам передай, бра. И если нам не хоть больше считать, что я пластофаб. Фу-фу-ла, ба-баба. Ты так низко пал. Хотел быть багом, но только покинул дом и лицом на пол. Плюф, мне красивый клюв. Я разделаю духу, потом понял, что сплю. Люди меня не любят, но мне ты не злюсь. Стулья подают вверх, я в ноль, два, три, два, семь. Да я дерьмо явно, не выйду из дома, брыш, молитор, я в ноль. Но это не то, я не промел уже давно. Я ультра, мега, супер, кипер. Я не чил, он тебе, ты меня не видел. Я все эти ладно. Так что не лезь в рюану, мне шмотки из будущего. Да там эти боятся, как в прошлом. Я тебя придумал, ты мне должен. Слышишь, how it, ты тоже. Не выхожу из дома, если где-то внутри сети. Да, я на каждом сети. Ребята, все кричим, что меня не отследить. Что смогу один, смогу легко послить. Удалить, удалить свой голос. Перерезав им провод. Кремень настоящий, он создал клона. Hey, guys, все готово. Не выхожу из дома. Не выхожу из дома. Сделал хат, тут не супа. Хат, слышь, бей в палки бракому. Не выхожу из дома. Не выхожу из дома. Сделал хат, тут не супа. Хат, слышь, бей. Я под одеялом. Какая подушка. Так мягко, рядом телефон. Пять, где моя зарядка, сука? Няшечка названная. Перевели тебе деньги за исследование. Катюха. И начала. Четко? Поздравляю. А у меня во дворе лежит девушка с каре. Почему там не дрон? Да ладно, бывает, как в подсаде. Че ты ебался? Я поэтому был. Я первый парень. Это реально скид. Ну что? Пора погрузить слегка. Я тебе на шею, на что не подпускаю. Не надо! Не надо, пожалуйста! Ты не хочешь? Мы по-другому приезжаем и предавать нашу кухню. Честно. Мы с Сашей Субботиным решим этот вопрос. Просто все очень тяжело. Я не хочу больше. Больно делать, не хочу, больно делать. Это холодный труд, я буду платить лишь одной рукой. Разбитый пьяный бракен за корявый мой гитарный строй. Гитарный строй. Просто хотелось наиграть.
слова. А может, лучше, что ты осталась там, и закопав тебя в сырой земле, я слезы лилых проливал. И чаще леса мне шептали, повесь потяжелее камень. Пойду я на дно в человеческой шкуре, беда не минует меня.
бежать по паркову, наслаждаться землей, мечтать о любом. Чё, как ты, друг мой? Огонь не погаснет, сердце не угаснет, оно жажде страсти. Рэп-пак, здрасте, в голосех династиях. Мистер, ты мастер, хип-хап на постере. Рифон стерео из песни для плеера в Америке, которые сумасшедшие устраивают истерики. Гоняют на велики, мутят все денежки на дорогие покупки и разные мутки. Работа на сутках, пахаешь как сука. Охота свободы, но свобода у Бога. Воля высока, терпения надо много. Люди строгие создают условия. В астрал прибываешь, правду понимаешь. Хочешь валить, но куда не знаешь. Систему ломаешь, мозги охуевают. Иммунитет крепнет, вирусы не задевает. Горе под воспитали, они дали знания. Вдохновение, любовь ко всем растениям. Смерть я в теме, в истину верю. Кулак отбиваю, открывая новые двери. Горе под воспитали, они дали знания. Вдохновение, любовь ко всем растениям. Смерть я в теме, в истину верю. Кулак отбиваю, открывая новые двери. У нас было самый добрый рэп-баттл, блядь. Вчера было охуенно, блядь. Да, там тусовочка небольшая. Да и сегодня было пиздец. Охуенно было. Что больше комплиментов, короче, понятно. Я верю в хип-хоп, я верю в силу слова. Собранные оригами на платформе в 10-20. Для развития понадобится инструмент знаний. Все зависит от тебя и твоих стараний.
вечер за окном и гуляя под зонтом. А мечтаем мы о том, как написать нам целый том подробной информации, что без всяких фракций, абстракций. Байба входит в спячку на трансляции. Баги в артисте отрастил, потом Джейк сбрил. Нет, я не пиль, а Голя выкалятил. Я сразу купил ценезащитника и савитуру. Возможно, найду дуру и буду сдвигать культуру. Набравшись терпения, напишу стихотворение. О любви к растениям, от взгляд проникновения. Ускоряя сердцебиение, вижу в целях бесценников. Моя любовь к миру временем проверена. Нас скачали, раскидали, работали с работодателем. Эволюционировали или остались сзади. Магнитофон, мадмуазель, чтите всю теперь. Даю силу слова, дальнозоркий дамский повод. Эй, Гаврик, привет, не стань. Дальше беги, дальше иди, байдарочный гриб. Перед тобой разводят мосты, пульви бесценные, стыдно. Где-то есть их записи? Да, слов? Конечно, много тут. ВКонтакте у них группа. Вот мы делали вечер Виктора Зилова, поэта. Вот это как раз солист экс-любови группы. Экс-любови. Вот под псевдонимом выступает Виктор Зилов, читает стихи. Двухминутная готовность. И начнется. Так, Женя. Да. Здесь некуда. На том пруду, куда тебя я приведу. Жива ли Костромушка? Жива, жива! Молодец. Че, мы начинаем? Давай, давай. Или как вы на это смотрите? Да! Минусовые! Лопух не догадался? Сейчас разойдутся, я думаю, да. Топятся дровишки. Следующая песня, одна из, мягко говоря, новых. Называется «Солевой ниндзя». Приемы карате приветствуются, но только не друг на друге. Я делаю трюки, но только не помню, я тут на этой трюке.
я залезу на крышу высадки, спрыгну в клуб, берегитесь пилотки. Но разбегая, выбивая глаза, мне нужна солевая доза. Я ищу Асапыра и Движа, я без дозы угрома пишем. Я солевой ниндзя, мне ночью не спится, хочу веселиться. Я солевой ниндзя, я солевой ниндзя. Давай брюки, но только не я делаю брюки, но только не помню, где пускает брюки. Сейчас будет номер. Я солевой ниндзя, хочу веселиться, хочу веселиться. Я солевой ниндзя, я делаю трюки, много не помню, не кусаю трюки. Я солевой ниндзя, ты злой, не я солевой ниндзя. Я солевой ниндзя, не я солевой. Либо играть в кино. Сейчас можно по домам. Расходимся дворами. Я что, скучилась уже по тебе? Я так привыкла тебе. Сейчас ты как-то уедешь вообще без тебя. Ты уже так влился в нашу тусовку, что без тебя как-то уже, знаешь, пусто будет, что ли. Я вообще не представляю. Ну ты приезжай, ну забывай. Хотя бы вот приезжаешь и сразу пишешь нам. Устраиваем тусовку. Потому что все, я уже к себе так привыкла. Таким стал прям. Так быстро влился. Я обычно так долго просто с людьми схожусь. А ты как-то так летел в нашу тусовку и так стал таким же, ну, не знаю, своим, уютным, теплым. И я к тебе прям привыкла уже так. Да, я вообще тоже уже вообще. Я тоже. Мы к тебе в Москву приедем, точно пойдем тусоваться с Пашей обязательно. Обязательно, обязательно. Это 100%. Ты как раз там из Крыма своего приедешь, закончишь все свои фильмы и будем тусовать. Круто, круто, да. Если честно, я. Это меня вселило надежда, что знаешь, что люди в других городах так же тусуются, что мы не одни. Ты мне правда показал, что мы не одни, что... И это такое прям, ну, я не знаю, как лучик света, что есть еще кто-то, есть люди, которые так же за андеграунд топят, так же топят за эту, ну, дружественную атмосферу, потому что это так все отмирает сейчас. Это все уходит в какую-то... Вот даже мы с Сашей разговаривали, он говорит, а кто вот, ну, где еще? И ты показал, что есть еще, что также огонь горит в других сердцах, и что все это живо, и, блядь, это так дорого. Это меня прям греет сейчас, что мы не одни, что вот прям это... Мне не точно. Да и мне самому, меня тоже вот, что я прям... Я тоже на утро веселилась.
Я вас в окне видел. Как бы тоже в окне увидели. Да. Вы не видели, как нас Егор встретил вообще? Я говорю, где группа? Я говорю, группа каравая? Нет, я приехал, говорю, тебе плохо ориентируюсь. Ультовая группа? Как так-то? Минус мне. Ну, пришел, слушаешь, и самое главное, что знакомишься. Одна из первых песен называется «Валера». Сколько лет, сколько мы не играли. Вы не помните ее, что ли? Моя любимая. Скажи еще раз. Песня «Валера». Да! Ну, можно еще громче, на самом деле. Давайте еще раз. «Валера». Лейзер, пробит врач. Сегодня этот враг не полностью наш.
Не забываем про буфет и прочее. Спасибо за цветы. Ну, там либо пессимист, либо душ. Ни одна его ждёшь. Мы все ждем пессимиста. Я качу вниз. Я качу вниз. Мне заебись. Вы нам подпоете, да? Конечно! Костя, а есть еще? Да, я не сдалась. Пиво? Я побрал. Подорожу тебе. Давай. Я тебя кусаю легко. На потребность серьезным мужчинам. Твоя старость не так далеко. По твоим нам известным причинам. Впереди только не мощи злость. В лучшем случае койка в психушке. Хорошо, что у нас не срослось. Пессимист должен быть без подружки. Я хочу вниз. И мне заебись. Я хочу вниз. Без тоски, без слез, без вид. Я пессимист. Я намеренно год не трезвей, чтобы ты поскорее свалила, чтоб увидела этот предел, за которым инсульт и могила. Я тебя отпускаю легко, равнодушно смотрю, как ты плачешь. Забираешь парик и пальто. Ничего в моей жизни не значит. Я хочу снизь. И мне заебись. Я хочу снизь. Без тоски, без слез, без низ. Я хочу снизь. И мне заебись. Я хочу вниз. Я пессимист. Я пессимист. Следующий припев вы сами споете, да? Принимали! Так да или нет? Я хочу вниз. Еще раз, я хочу вниз.
И мне заебись, я качусь вниз. И мне так заебись, я пессимист. Попробуйте сами себе пишите. Ну и к вопросу мы с тобой говорили о том, что людям это нужно и прочее, понимаешь, когда мы с Сашей решили открыть это вообще все, ну то есть идея пришла в голову, мы ставили перед собой не... Это знаешь, это не альтруистическая цель дать людям что-то светлое и хорошее, место, где... Это была эгоистическая абсолютно цель самим потусоваться в первую очередь. И найти... У нас уехали все друзья из города, нам нужны новые друзья. И я была... Вот... Нам нужны новые друзья, да, срочно. Нам открывай срочно... галерею. Да, нам срочно нужны новые друзья. У нас закончились друзья. Да, да. И... Знаешь, такие типа... Тогда нас зачесало. Конечно, это страшно. Я плакала очень много. Это очень тяжело. В маленьких городах люди сходятся. Ну, то есть, ты понимаешь, это такие общины, в которые ты сплочаешься, понимаю, они очень да. крепкие. И когда они разрываются, у тебя остается абсолютная пустота внутри, потому что ты привык, что ты этих людей всегда видишь, что они вот здесь. Это моя мама не понимает, почему мы так дружим. Это коммуна, это больше, ну, чем да, дружба. Да, да. Это совместное проживание, очень тесно. И когда кто-то отщепляется, ты просто такую огромную часть души теряешь. Я понимаю, и да, тебя, конечно. И такая пустота, и вот мы эту пустоту и решили заполнить чем-то. И первый раз, когда мы провели выставку, мы так разочаровались, мы думали просто сразу все закрыть, потому что пришли люди, знаешь, вот это такое... Невозможно сразу же сконнектиться, то есть, ну, как-то притереться. И первая выставка, и мы просто ходим среди этих, а их много, мы ходим среди них и понимаем, что, ну, вот, мы вроде сделали, а того, что вы хотели, вот этой отдачи, какой-то с кем-то подружиться, не получилось. И мы так разочаровались, это было так, ну, я плакала, сидела, я говорю, Саша, я хотела по-другому, люди меня не поняли, я хотела другого. На следующий день выставка, и все просто идет так, как надо. Вот просто мы находим охуенных людей. Чувак, который великолеп, просто он пришел, я не знаю, как он вообще нас нашел. Он пришел и просто начинает зачитывать рэпчик, и он это так великолепно делает. Просто невероятно великолепно. И мы тут же его подпеваем, и все это так складывается в одну картину. И все. И это так круто было, и все. И вот после этого пошло, что... Ну, появились действительно люди, с которыми мы постоянно общаемся. И появились интересные люди. В первую очередь это был поиск интересный. И я так удивилась, что мне открыл глаза, что так много людей у нас в Тагиле есть, которые, ну, прям необычные. Прям вот они. Я ходила по улицам, я смотрю, ну все обычные. Ну как так-то? Как бы. И тут вот это скопление необычных людей. Это так круто. Я так не права была, что я хотела, ну. Что мне это не нравилось, все, я сейчас понимаю, как я была не права, что как много мне дала эта галерея, хотя я думала, что она вообще ничего не даст. В смысле, ты была против, что ли? Ну да. Ты же говоришь, вы хотели, типа, или это скорее хотел? Я, знаешь, не была против, я как бы такая, да, мы делаем, но я не верила. Вот веры прям какой-то не было. Но все равно делаешь. Ну, вот. Конечно, да, веры нет, уже... но все равно делаешь, потому что надо делать, потому что ты уже сказал, что ты будешь делать, и все, ну, ты все. Ты должен держать слово, иначе как. А-а-а. Ну, и я очень рада, во что это все вылилось, да, Евгений Сергеевич? Ты не рада? Не знаю. Мне кажется, мы хорошо провели лето. Хорошо, да, нет, с этим я не спорю. Ну, вот я и про это, что то... Ну, чего мы хотели, потусоваться, познакомиться, посмотреть на людей, себя показать, как говорится. Это такая терапия от того, что друзья уехали. Да. Типа, чтоб не думать, ты такой занимаешься делами. Да. Я с сиськами, я не хотела. Так что я рада, что все так обернулось. И поначалу было так тяжело, приходилось искать людей, которые, ну, то есть приходилось как думать над тем, какие выставки проводить, как вытягивать откуда-то людей, там, типа, ну, давайте, сделаем выставку. А потом все так пошло, встало, как бы, на вот это колесо. Горит. Да, и поехало, и люди сами пишут, и у нас уже такая ситуация, что мы
там нам, вот у нас есть люди, и нам некуда их поставить, потому что они хотят, и это, блин, это просто офигенно. Thank you.
Thank you.
чуваки. О, жара вообще. Следующая песня о том, что большая сцена – это для хуесосов. Да! Картинки, игры, держи для богов. Thank you.
чуваки, это лучшее это выступление, блядь, комета нахуй, серьезно. Спасибо, люблю, брат. Да, Шамиль, о, да. Че, он там завалился? Нельзя ничего слушать. Блядь, какой ты потный, кота. Че, потный? Ты облился. Это, блядь, это лимон. Не белого цвета. Таз, блин. Это прям энергия, которая копится. Она сначала так потихоньку распечатывается в какую-то форму, а потом просто выплескивается. Как комета действительно такая, которая потом... Ваши где-то в группе, короче, да, где-то и ваши, короче, да? Где-то как... Это секс, короче, типа, вот что я думаю. Какая группа, да, секс, типа, вот. Yeah.
заходи. Thank you.